Военные Казахстана готовятся к армейским международным играм «Армии-2018» на полигоне Айша-Биби регионального командования «Юг». Активными темпами идет подготовка к участию в конкурсе «Мастер-оружейник». В состав команды в основном вошли военнослужащие войсковой части 01731. Конкурс состоится в начале августа на военном полигоне города Пенза Российской Федерации. Подробнее в следующем материале. В прошлом году конкурс «Мастер-оружейник» проходил на территории Китайской Народной Республики. И сборная команда Вооруженных сил Казахстана заняла 3-е место из 5 команд. В этом году конкуренция усиливается, так как постоянным участникам конкурса из Казахстана, Китая, России, Ирана и Узбекистана добавилась команда из Армении. Месяц назад нам была поставлена задача подготовить команду «Мастер-оружейник». Вот в течение месяца на полигоне Айша-Биби готовим команду. По 3 номинациям: ремонт Д-30, ремонт ЗУ-23-2, ремонт БМ-21. Костяк команды, в принципе, тот же того года, который участвовал в Китае, где мы успешно выступили. Немного обновили, провели анализ. В задачи военнослужащих на этапе подготовки входит доведение до автоматизма действий по ремонту в полевых условиях 122-миллиметровой гаубицы Д-30А, 23-миллиметровой зенитной установки ЗУ-23, транспортировки орудия по маршруту с преодолением препятствий и полной разборки и сборки орудия. Все задания необходимо выполнить в минимально короткие сроки и качественно, поэтому тренировки проходят в усиленном режиме. Приходится тренироваться в разных условиях: в дождь, ветер, пыль, жара. Но все это временно. Главное – победа. Слаженность команды в основном роль играет. Разборка, сборка ЗУ-23. В данное время мы прошлогодний рекорд сбили, новый рекорд поставили. Минута 27. Дальше тренируемся, оттачиваем свое мастерство. Капитаном команды выступает командир ремонтной роты войсковой части 01713, капитан Бахтияр Асымов. Выпускник военного института сухопутных войск, молодой офицер успел набрать опыт службы, завоевать авторитет и уважение среди подчиненных, что позволило ему найти подход к личному составу. В целом, все участники команды готовы приложить максимум усилий и показать достойный результат. Валерий Татаренков, Дина Мухаринова, 77 News.